Вот теперь официально сезон открыт. Первый матч турнира «Кожаный мяч» накануне прошел на территории 24-го лицея. Как говорит игрок команды «Затейник» Талгат Багавиев, этого дня все ждали с большим нетерпением. Для этих мальчишек футбол – игра номер один. Игра в таких командных видах спорта – это очень увлекательно, потому что ты развиваешь не только командный дух, но, считай, и мышление, в общем, стратегию на поле и вообще, в общем, все, я считаю. Игры старейшего турнира «Кожаный мяч» проводятся традиционно среди дворовых команд. Благодаря этим соревнованиям почувствовать себя Месси или Роналду может каждый мальчишка. В этом году матчи проходят в трех возрастных группах. Например, в старшей заявилось 24 команды. Сейчас игры играются в подгруппах, затем победители, 4 команды, разыграют призовые места и выявят чемпиона города по старшей возрастной группе. Потом начнем, наверное, параллельно и средние, и младшие. Игры турнира будут проходить в школах на площадках с искусственным покрытием, благо их в Нижнекамске немало. Как предсказывают организаторы, каждый матч будет битвой. Собственно, это ребята показали уже в первой встрече. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу «Затейника», но это только начало. Впереди у команд большой путь. Игры турнира будут проходить до конца мая. Тогда же пройдут и финальные встречи городского турнира «Кожаный мяч». Александр Халин, Булат Абдульманов, новости НТР.